синий угол приглашается спортсменка из Узбекистана Эльмира Ботирова. Жеңіп жатса тіпті үйінген алфеттердің бірі болма. Да? И с вами Рамастан Турт, Чижик Бежит. Будет к зелёта. Балошелак, давайте еще громче! Октагона спортсменка из Узбекистана. Ей 18 лет. Ее рост 170 сантиметров. Ее официальный вес 52,5 килограммов. Она мастер спорта по рукопашному бою. Чемпион Узбекистана по тайскому боксу. Ее профессиональный рекорд. Одна победа при одном поражении. Спортсменка из Узбекистана. Эльмира Ботирова. В красном углу октагона ее соперница в данной схватке. Спортсменка из Казахстана. Ей 27 лет. Ее рост 162 сантиметра. Ее официальный вес 52,5 килограммов. Она чемпион Казахстана по ушу-санда. Мастер спорта по жик-пижик. Мастер спорта по тэквондо. У нее идеальный рекорд. 3 победы без поражения. В красном углу октагона Аян Торсын! Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушай меня. Пусть команда стоп, все действия прекращают. Все ясно? Пожалуй, руки. Покажите красивый, достойный бой. По углам. Алгаш, корал. Дәуренбек Жақаевтың рұқсатын алуына қалды. Аян Тұрсын аяқтың ұшында жеңіл қимылда отырсады. Алла, Муайтайдан шыққан Ботирова әрине. Навстречу пропускает сейчас удар. Және Клинси соққын салды. Дземен Халгар тейкдауннан кейін. Обрати внимание, что без особых проблем смог перевести свою оппонентку в партер Тұрсын Аян. Бұл жерде Эльмира тіпті күреске дайында болмаған сияқты. Қазір Аян Тұрсын дәл осы жақын қашықтықта тұрып соққы алмасады ма деп ойлаған болу керек. Бірақ Аян қазір клинчтегі бірнеше соққыдан кейін пытается сейчас Аян освободить свою ногу левую для того, чтобы занять более выгодную позицию. Жалпы бұл позицияда жаман емес соққы жалдыруы, бірақ қарсыласын басы өзіне қарсы жақын ұстамаған. Несколько точных ударов от ударов от Аян. Өте жақсы. Бірақ қаладың арқада жатып, қазір Тұрсынға мүмкіншілік бермей жатыр. Соққы жалдыра. Поворачивается спиной, бэкмаунт. И выход на удушающий прием от Аян. И тіпті қарсыласын созып үлгерді. Қорғанып жатқан жоқ. Не сдается, обрати внимание. Бұл жерде ұрын емес. Я есінен танды бұл жерде. Эльмира Ботирова, рефери бірден. Не намерена была сдаваться Эльмира Ботирова и тем самым усыпила свою соперницу Аян Тұрсын. Бұндай жиі болып тұрады жалпы. Қырқындырып жатқан кезде шыдауға болады. Әлі құтылып жатқан жоқпын деп ойлап жатқан спортшы бір мезетте есінен тана бастайды. Бұны Эльмира Ботирова өзі де сезбеген болуы керек. Да, все в порядке. Аян Тұрсын бір ғана шабуылмен қазір жекпе-жектің тағдырын шешіп тастады. Рекорд 4-0. Ал енді Аянға қарсы кім жекпе-жек қалуында шыны керек? Мен бірде-бір есімді айта алмаймын. Одна из проблем, наверное,
того факта, когда титулованные бойцы-любители переходят в профессионалы, это поиски боев в профи для старта. Потому что, как правило, начинают такие же любители без рекорда. В этом бою, в первом раунде, на первой минуте 12 секунде, победу приемом Rare Knockout одержала спортсменка из красного угла октагона Аян.